Умер актер из фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях. В знаменитой советской ленте он исполнил роль Люньки. Артист скончался на 56-м году жизни. В России скончался известный актер Игорь Лях, который сыграл в знаменитом советском фильме «Любовь и голуби» героя Люньку. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на актера из МХАТ имени Горького. Причина кончины Игоря Ляха не сообщается. На момент смерти ему было 55 лет. В Высшем театральном училище имени Щепкина, где работал актер, его кончину подтверждать отказались. Помимо ленты «Любовь и голуби» он также снялся в фильмах «Жил-был Шишлов», «Хабиасы», «Недоросль», «Заговор с Курлатаев», «Елки-3» и других. Ранее сообщалось, что недавно скончалась актриса Нина Дорошина, которая сыграла главную роль в фильме «Любовь и голуби». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.